Всем привет! А мы с вами продолжаем искать самого худшего или самого лучшего мужа среди знаков зодиака. И сегодня у нас мужчина Рак. Он на 8-м месте. Астрологи характеризуют мужчину Рака как интуитивного, умного и страстного мужчину. Ну а еще он сентиментальный ребенок, который до конца жизни ждет свой идеал, филигранно составленный за долгие годы. Его небольшой и теплый мир был сформирован по частицам еще в юном возрасте, и несмотря на то, что Раку уже далеко за 30, Рак все еще существует там в юности, не выплывая из океана своих мечтаний. Реальность не только угнетает, но и пугает ранимого мужчину Рака. Итак, он таки женился. Муж Рак. Это образцово-показательный муж. Эталон из палаты мер и весов. Симпатичный и харизматичный добряк. Способный влюбить в себя с первого взгляда весь отряд приподъездных бабушек. Ответственный муж и отец, который хорошо знает, что нужно содержать семью. Но воспитывать детей и заниматься бытом тоже обязан. Жену обожает, носит на руках, задаривает подарками, правда, это все только на людях. Дома же расслабляется, падает на диван, может еще открыть пиво, включить телевизор и превращается в тыкву. Но если же дома на диване тыква не обнаружена, значит, она укатилась налево. Правда, жена об этом никогда не узнает. Это особенность Рака. Но это все исследования астрологов. Но не забывайте, бывают исключения. Понравилось видео? Хочешь еще? Ставь лайк и подписывайся на канал. Всех люблю. Пока-пока!